Югорским предпринимателям планируют возмещать расходы на проекты в сфере внутреннего и въездного туризма. Такие меры поддержки бизнеса обсудили сегодня на первом в этом году заседании профильного комитета окружной торгово-промышленной палаты. Новую систему софинансирования планируют ввести уже в следующем году. Если раньше субсидии давали на туристические проекты, которые только хотят воплотить в жизнь, то сейчас предприниматели смогут рассчитывать на возврат денег уже с готового бизнеса. По словам авторов проекта, такие меры помогут привлечь в регион новых туристов и инвестиции. Здесь сумма обсуждается. Мы сегодня заявили о том, что это 50% софинансирование. Там максимальный проект, в данном проекте это максимальная сумма 3 миллиона. Но опять же, как я уже ранее сказал, только все будет зависеть от общественности. Потому что если будут заявки на более такие инфраструктурные, на больше инфраструктурные проекты, туда, конечно, мы можем пойти навстречу.